Всем здорово, ребят. Хотел я вам показать бои против бойцов из клана Приговора с турнира Авангард. Первый у нас на просмотре будет Зевс. 25 ранг. Карта у нас. Это сектор мусорщиков, конечно же. И давайте смотреть, как происходил этот бой. Бой тоже был довольно-таки интересный. Этот игрок играл довольно-таки наглой тактикой. Я удивился на самом деле, потому что развитие у него очень мощное. Я вообще не понимаю, как он это так умудряется. У него, сколько раз я с ним играл, у него всегда мощное развитие. Как у 28 ранга. Ей-богу, ребят, ни один игрок 25 ранга не развивается так быстро, как он. Меня это очень сильно удивляет. Да, вот это отвоевываем флаги. Два флага своих взял. В принципе, этого должно хватить. Вот видим, защищаем, зачищаем карту. Видим, что противник даже ни СД не кидает, ни пушки, ни вышки. Ничего у него такого нет. Я этим моментом воспользовался, так сказать. Построил вышки, пушки. Вот, вот что мы видим, ребят. 3.35, противник выходит. Четвертый уровень штаба. Три завода. То есть это будет Зевсу щит, возможно, даже с торами. А я тем временем сижу еще на втором уровне штаба. Прикиньте, да, какая скорость. И, очень, и какая наглость. Ну вот тут я понимаю, что мне хотя бы надо отстроить CS-ки, так как я играл на двух CS. Ну вот эту вот застройку делал. Надо хотя бы... Вот тут тупанул, случайно уничтожил не ту СД, которую хотел. Хотел просто поближе пушки поставить и забрать за счет пушек два завода. Ну, уже увидел Зевса, понял, что уже это не сработает. И передумал. Вот только сейчас улучшаю на 5-й минуте штаба 3-го уровня. Понимаю, что тут нужны мамонты, ягуары. Даже без тумана можно с легкостью отыгрывать на данной карте, в данной ситуации. Ну, конечно же, не забываем и про Кричта, чтобы помогать своему боту, чтобы мой бот не отвлекался. Вот 7-я минута, противник думает, о, все, чётенько, сейчас заедем на флаг, захватим его, перехватим, еще и противника убьем. Ну, не тут-то было, тут стоят две пушки, тем более у бота уже есть ягуары, и противник отступил. Вот он, видно, да, производит грады. Но я даже не знаю, сможет ли он что-то сделать. не знаю. Вот пытается построить ракетную установочку. Я ее увидел. Ну, сейчас подгоню своих мамонтов. За счет мамонтов уничтожим эту ракетную установку. А то она что-то очень нагло стреляет. Мне она мешает. Мой бот тоже помогает. Уже ягуару нормально накопилось, так как я помогал своему боту кречетами. И вот опять же противник пытается прорваться. Я мамонтами убиваю грады. Противнику просто не хватает армии, потому что и бота надо отбивать, и меня пробивать. Тазер со щит, да, имба, да, мощь, но... Не на этой карте, не в этой ситуации, когда у меня вот деф, мамонты, в этой ситуации Зевса щит не работает. Тут по идее нужны торы, но я понял и увидел, что противник даже не использовал вертиксов. Возможно, не хватало ресурсов, возможно, был у него какой-то другой план, но не знаю. И тут же идет чисто давка мамонтами. В большом количестве давка мамонтами. Кстати, увидел, что противник производит молотов. Меня это немножко испугало, так как я думаю, вдруг он сейчас делает какой-то обманный маневр. Но я увидел, что он, по-моему, не отстроился никуда. Хотя я могу ошибаться. Да, он никуда не отстроился и просто такая вот победа. Пытался куда-то, не знаю, отправить свои войска. Возможно, он думал, что я не буду нападать. Хотел, может, флаг перехватить, но... Немножечко он не успел. Следующий у нас это Nokia. Ну, 23 ранг, особо смотреть не на что. Ну да ладно, посмотрим. Все-таки из приговора.
так как у нас видос посвящен бойцам исполнительного приговора, так и против Nokia не показать бой, это будет как бы неуважение к противнику. Бой легкий был, особо и смотреть не на что. Ну да все равно, карта другая, это такая вот зеленая, не помню как она называется, тропа Ягуара, по-моему. Более конфобская, я бы сказал. Ресурсы взял хорошо, центр, кстати, отдал, но это не беда. Сейчас наши койоты и стрекозы это все убьют. Кстати, противник использовал пехоту, штурмовики в большом количестве. Это меня удивило, потому что такого я не ожидал. Ну, что-то генерал Атачи не подготовил своих бойцов к этому турниру. Не рассказал им, как надо правильно играть. Пехота, ну это же реально, ребят, смешно. Крепогрен, крепобронь, ну крепо этот, пех там, молот, я бы еще понял. Ну, пехоты спамить на флаг, такое себе, ребят. Ну, тут он сдается, понял, что его пехота не работает. Идем к следующему бойцу. Это у нас будет... Кто там у нас будет? А будет у нас... Это ж лорд, ну... Мы показываем победы против бойцов из приговора. Сливы показывать, думаю, не стоят. Медбрат у нас следующий будет. Он, наверное, и последний, да. Трех бойцов всего-навсего удалось убить. И одному приговорцу я слил. Давайте смотреть. Тоже быстрый бой. Медбрат особо не напрягался в этом туре. Оно и видно, в принципе, было. Разведочка, захват, сбор. В принципе, был неплох. Противник центр забрал пока что. Отправляем койотика, прихватываем. Два фла пока что взял противник, но у меня пошли циклоны, вот стрекозы, дикобразы, молот вот появился, мы его убили. Одиночные юниты что-то идут. Непонятно. Вот противник пытается перехватить, но у меня уже пошел деф, пушки, вышки. И я думаю, противник на этом моменте понял, что уже шансов отвоебать центр никаких нет. Но я думал, он сейчас будет захватывать этот флаг, так как, ну, это было бы логично. Но он принял решение именно так же и сделать. 4 этих молота. Пытается стрекоза отработать именно по молоту. Вот подгоняем 5 или 6 дикобразов. Дикобразы это все, конечно же, с легкостью убивают. Что не хватило противнику, я думаю, не хватило ему в этом случае именно молотов. И вот, в принципе, нехватка юнитов произвела к поражению. Тут уже с моей стороны, ну, со стороны моего союзника пошли ягуары. И противник на этом моменте уже сдался. Вот такие вот у нас, ребят, 3 боя против игроков из клана Приговор. Хотелось бы, конечно, больше бойцов из клана Приговор. А, точнее, больше побед над ними, но пока что так. Всем спасибо, всем удачи, всем пока.